15-0. Да, конечно, волнение и первые геймы матча, и первые геймы на подаче. Ну, пока что удержали каждую свою подачу. Самое главное, что нас больше волнует, процент попадания первым мячом россиянки. Мы уже говорили, цифры, которые озвучил Шамиль Леонидович Старпищев, ну, буквально через несколько геймов мы уже можем как бы их обозначить. Молодец, Маша. Мало того, Шамиль даже сказал, что очень хотелось бы, чтобы Маша подавала первую подачу через середину. И в первый квадрат, и во второй. И это понятно, потому что сирена очень здорово принимает косо и из первого квадрата, и из второго. Уже второй гейм на подаче россиянки не может приноровиться к ее подаче сирены. Это хорошо для Маши. Ну, Маша молодец, она варьирует направление. Мы говорили о первой подаче. Она была действительно через середину дважды. Один раз попала, второй раз нет. А вторая подача была неожиданной для сирены в первый квадрат. Давно просто розыгрышей не было в матче. Быстрые розыгрыши ударов проходят, поэтому немножко выпала из этого ритма россиянка. 40-15. Еще 2 очка в запасе, так что пока все в порядке. Молодчина. Очень хорошо подает. Еще один гейм без проблем выигрывает на своей партии.